Первый министр Шотландии Николас Стёрджен намерен добиться проведения нового референдума по вопросу независимости. Идею плебисцита, согласно результатам опроса, опубликованному в воскресенье, поддерживает большинство шотландских избирателей. «Референдум даст шотландцам право выбора. Это и есть демократия», — заявила в частности Стёрджен. В мае нынешнего года в этой автономной административно-политической части королевства пройдут парламентские выборы. Если шотландская национальная партия во главе со Стёрджен заручится поддержкой большинства избирателей, ей удастся снова поставить вопрос об организации референдума вне зависимости от позиции Лондона. Прошлый референдум по вопросу независимости прошел в Шотландии в сентябре 2014 года. Тогда 55% проголосовавших избирателей заявили, что хотят остаться в составе Соединенного Королевства.